молитву вашу просим, а любовь к вам сердце наше. Спаси Христос. В один из важнейших праздников в церковном календаре Ореховозуева посетил высокий гость. Епископ Видновский, викарий Московской епархии, владыка Тихон, возглавил божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Господи, усни наша отвердишь, и уста наши возвестят хвалу Твою. Для Богородицы Рождественского собора 21 сентября – престольный праздник. В год 130-летия храма служба проходит особенно торжественно. Архиерейское богослужение исполнено глубокого смысла и отличается особой красотой. Архиерей во время нее символизирует Иисуса Христа, находящегося среди своих учеников. Храм с самого утра заполнен прихожанами. Для каждого в этом дне заложен свой особый смысл. Светлое чувство – это значит Рождество, это возрождение, это жизнь. Вот и хотим, чтобы светлое чувство оно делилось со всеми, чтобы все обладали именно тем светом, чем обладала Богородица. На моем вот веку уже много случаев, когда Богородица очень помогает, помолишься. У меня был такой случай, Я потом приходила и эту благодарственный молебен заказывала в этот день. И вот теперь каждый год стараюсь, если я себя чувствую ничего, то обязательно иду. По окончанию службы